первое рассмотрение документов это вторник и 13-го выбора? Да, пятницу в 13 часов. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Много 13. Ничего страшного. Может, один раз и изберется. Господин Тукан, поднимите руку, пожалуйста. Я уже поднял, и вы очень медленно работаете. Нет, ребята, в пятницу нет. Нет. Чего, Марио? Нет. Сесловей. Давайте назад перебегать. Давайте назад перебегать. Там 20 календарных дней. Ну, давайте еще раз. Где календарь? Ну, давайте, у кого календарь там ближе. Давайте мы определим, кому что нужно. 6 февраля. Нет, подожди, 6 февраля. Да? Печатаем. Плюс 20. 26-го, четверг. 26-го, четверг. Да. Давайте до 28-го, значит, последний день приема документов, да? Хорошо. Не 6 марта, а на неделю раньше. Хорошо, 28-го, последний день приема документов. Имейте в виду, что я до 8-го числа не буду. Это не будет раньше. Будет. Нет. Кепа, вы уже на 6-й, что ли? Говорили 9-го в понедельник, 9 марта. Подождите, 28-го последний день приема документов. Следующая неделя когда у нас получается? Со 2 по 6 марта. С 1 по 9 марта? Нет, со 2 по 6 марта рабочие дни. Ага. Понедельник, 2 марта. Ну, давайте тогда рассмотрим документы где-то... 4-го. 9-го будете, господин Тукан? Я буду 9-го. Все. Нет. Дайте тут календарь, месяц весь неблагоприятный. Нет, там именно попадаем на нехорошие. Нет, мне это не подходит. Валентина Николаевна, я прошу, не увязывать вашу мистику с нашим... 9 марта во сколько? В понедельник во сколько? 12. Ну тогда хотя бы. 13. Ну давайте оставим 13. 13.00. Да. Еще раз зачитайте. Значит, 6 февраля даем объявление. 28 марта последний день приема документов, 4 рассмотрения документов и 9 выбора. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Единогласно. Нет, я воздержался, но я в логике, там я был против конкурса, сейчас я голосую. Ага. В этот раз я воздержался.